Машиностроение – одна из самых прибыльных отраслей и приоритет для иностранных инвестиций. Сегодня бобруйская продукция поставляется в 59 стран. В год предприятие производит больше 1000 машин. Все это благодаря работникам, которые считают завод своим вторым домом, а коллектив – своей семьей. Она насчитывает 2600 членов. Но в то же время конкуренцию никто не отменял, поэтому производителю приходится внедрять инновации даже в технику, которая зарекомендовала себя как бренд. Хочу вам сказать, что с каждым из вас приятно работать. Все вы очень надежные и талантливые люди. Уважаемые работники нашего предприятия, дорогие ветераны, убежден, что преданность любому любимому делу, ваш профессионализм и впредь будут способствовать развитию завода. В дружном коллективе, как уверяет руководство, трудятся одни профессионалы. Поэтому и техника бобруйского предприятия хорошая и долгоработающая. За этими двумя качествами продукции внимательно следит Сергей Кудинович. Мужчина – один из старожилов гиганта. На протяжении 27 лет он преданно трудится на благо родного завода. Модернизируются, покупаются многие станки, две линии колес, «Титаники», «Хойслер». Это как бы еще ноу-хау новенькое. От обычного слесаря до начальника производственного цеха Сергей прошел долгий и тернистый трудовой путь. Но ни на секунду не пожалел о сделанном выборе много лет назад. Доказательством высокого доверия руководства предприятия и благодарности за неоценимый труд специалист был награжден грамотой и ценным подарком. На предприятии умеют не только продуктивно работать, но и хорошо отдыхать. Выставки, концерт, экскурсии. Бобруйский тракторный гигант очень хорошо подготовился к своему профессиональному празднику. Не только для сотрудников предприятия, но и для всех желающих завод представил весь свой модельный ряд. Кто-то фотографировался с трактором, посидел на месте штурмно-сельскохозяйственного агрегата, ну а кто-то пришел родным и близким показать, где трудится. Пришли, походили по цехам, походили, показала, где что находится. Ну, нравится. Мне понравился поездик. Я здесь работаю, поэтому я просто уже решила проводить племянницу, погулять с ними, чтобы показать завод. Трактора, чтобы они увидели, как мы работаем. Мне нравится именно здесь то, что можно разрисовывать трактора, можно делать почти все, что угодно. Не скучно, весело. В принципе, все, и организация, и то, что можно деткам посидеть в тракторах. Первые лица города также поздравили работников завода с Днем машиностроителя. Уважаемые машиностроители, от имени городского совета депутатов, от имени городского исполнительного комитета, примите в канун вашего профессионального праздника поздравления. Поздравления и наилучшие пожелания, чтобы ваше, конечно же, предприятие процветало, чтобы оно работало более успешно. Максим Кембель, Максим Галионко. Итоги недели.